The sun is shining, although it's raining in my heart. Я думаю, что профессия наша актерская, она складывается из двух начал – лицедейского начала и личностного. Ну, лицедейское начало, оно заложено в какой-то мере природой. Ребенок учится говорить, подражая старшим, окружающим, да? Поэтому очень многие актеры начинают свою деятельность с пародии, с подражания. Это такие, ну, так, детские шаги такие. Вот. Но большой артист, конечно, не может ограничиться только лицедейством, потому что интересен он своей личностью. Если нечего вынести на сцену, нет личностного объема определенного, который и Богом задан, родителями, природой, ну и, конечно, его надо развивать. Артист большой не будет. Это будет, ну, в лучшем случае, какой-то хороший исполнитель. Меня лично никогда это не привлекало, быть исполнителем чьей-то воли, будь она даже самая талантливая эта воля. Но бессознательным таким исполнителем просто вот, что вы хотите, то я и сделаю. Более того, когда я потом уже в зрелом возрасте занимался режиссурой, то меня приводили в уныние молодые артисты, которые готовы сделать все, что хочешь. Потому что если у него нет представления о себе, своего собственного представления о том материале, над которым он работает, он мне не интересен. И прежде всего артист – это тот, кто вот выйдет на сцену, просто сядет на стул, и на него интересно смотреть, даже если он ничего не делает. Ну, в смысле, никаких внешних действий не происходит. Вот такой пример. В свое время в Московском художественном театре, ну, это известная классическая постановка «По мертвым душам» Гоголя в инсценировке Булгакова. И там второй акт начинался, когда выдающийся артист Иван Тарханов, когда он играл Собакевича, занавес открывался, вот, начало акта, и ничего не происходило внешне. И из паузы рождались аплодисменты, потому что зрители вдруг видели в том персонаже, который вот на сцене сейчас присутствует, вдруг не днем, это же Собакевич. И вот это вызывало, ну, восторг такой, понимаете? Это более сложное дело, потому что это надо жить в образе. Жить сложнее, чем представлять. Ну, представлять, для этого есть определенные технологические приемы. Я думаю, что вот тут достаточно в нашей театральной школе этому уделяется внимание, и движенческим дисциплинам, это все замечательно. Но это вопрос не решает. В конце концов, хороший артист не тот, который что-то может замечательно делать, а тот, у кого есть какая-то тайна, которую мы не можем сразу разгадать. А порой он сам не может разгадать эту тайну. Но он знает, что она у него есть. И он, если он профессионал, он умеет с ней, он в ней, с ней в диалоге, он умеет с ней работать, с этой тайной. Ну, вот такой вам пример из моей собственной практики. С Михаилом Михайловичем Казаковым мы играли спектакль «Царство ему небесное». «Возможные встречи». Это «Возможные встречи» Баха и Генделя, которой на самом деле не было, но что бы было, если, значит, они встретились. И вот Бах. Кто знает, какой был Бах? Ну, никто не знает.
Известно, что он прославился через 150 лет после своей смерти. Известно, что его дети, будучи замечательными музыкантами и сочинителями музыки, извините, его нотными текстами пользовались в туалете. Это тоже известно. Был он, известно, что он был небогат, он кантор собора был, но это все для меня не было столь важным. А главное, что Баха называли пятым евангелистом. Как известно в Писании, в Евангелии, четыре Евангелия у нас в Писании, в Новом Завете. Его называли пятым евангелистом, потому что в нем вот эта вот тема, она мне была в основном интересна, художник и Бог. Она очень полно там проявлена. И я так понимал, что Гендель, который играл Казаков, выдающийся тоже композитор, но он был придворным композитором при английском дворе. И вот как бы у нас был конфликт двух тем. Я играл художник и Бог, а Казаков, сознательно или бессознательно, но для меня он играл тему художник и власть. Потому что тоже отношение художника с властью – это особое отношение. Тем более выдающегося художника. Гендель не был каким-то конъюнктурным, там, примитивным композитором. Вот это вот для меня было главное. У нас была в Театре Моссовета такая тоже выдающаяся актриса Серафима Германа Бирман. Когда я пришел в Театр Моссовета, перешел из Театра Ленинского комсомола, это 69-й год прошлого столетия, то ну, она уже была пожилым человеком. И вот закончили мы играть спектакль, я вышел из театра и пошел там вот к Маяковскому, в метро Маяковское, там рядом у нас служебный ход, на морозе, мороз, еще раз повторяю, иду к метро и вдруг слышу такое тяжелое дыхание, кто-то запыхался сзади меня, кто-то. Я обернулся и вижу, что Серафим Герна Бирман бежит за мной. Я остановился, и она мне сказала: «Молодой человек, приятно видеть на сцене человека с позицией». Ну, конечно, я вообще, так сказать, отношусь к комплиментам, ну, я к ним спокойно, крайне спокойно. Я считаю, что это, ну, это обрядовая часть нашей профессии. Ну, больше ничего. Я не воспринимаю это как что вот это, если мне говорят комплименты, что значит я замечательно сработал. Нет. Но вот два комплимента в моей судьбе я очень ценю. Вот в частности этот. Когда мне сказала: «Человек из позиции», я стал думать, какая же у меня позиция. Она-то мою позицию на сцене увидела, а я-то ее не осознавал, но она во мне была, эта позиция, и есть. И я стал думать, какая у меня позиция. И что такое позиция художника? А это прежде всего то, что ты любишь, и то, что ты не принимаешь, совершенно не принимаешь, ни под каким видом. Ни под каким видом. Вот это и есть позиция. То, что ты любишь, и то, что ты не любишь. Вот это и есть позиция. А что ты любишь, что ты не любишь, это уже вот конкретно каждый художник выражает в своем творчестве и в результате отражается масштаб его художественной личности. Наверное, это она увидела. Светлана Михайловна, позовите, пожалуйста. Светик, здравствуй. Это я. Все там миссис Дали. Ты рада? А почему у тебя такой голос не радостный? Нет, не радостный. Неудобно разговаривать. Это со мной-то. Вот Коля тут тебе привет передает. Пламенный. Костюм нет, еще не купил. Сейчас пойду куплю. Взять с собой Колю? Хорошо. Нет, я не пойду, мне спать надо. Он пойдет, Свет. Свет. Свет, ты меня любишь? Что да? Да. Да? Или да нет?
Кончай, неудобно наружнее. Свет, ну ладно. Целую. Саша, да. Ты меня любишь? Что? Да-да. Или да нет. Иди-ка сюда. Вот отсюда пойдешь сюда, а потом вот там. Простите, пожалуйста, вы случайно не клад здесь ищете, а? А ты кто такой? Тебе что, здесь больше всех надо? Да мы его пошли. Да нет, просто дело в том, что вы уже здесь четвертый раз копаете на этом месте. Раз копаем, значит надо. Понял? Понял. Еще один комплимент, который я получил от Михаила Ильича Рома, выдающегося нашего кинорежиссера. Он когда посмотрел одну из первых моих картин, первую главную роль, «Я шагаю по Москве», это 63-й год, он сказал, что вот Стеблов должен играть Достоевского. Я тогда не принял это, так сказать, достаточно серьезно. Ну, как-то сказал, хорошо, спасибо. Но я не понял, что он фактически предугадал мою судьбу. Я тогда Достоевским не могу сказать, что я очень углубленно им занимался. Ну, там что-то читал в школе и все. Но потом, уже позже, я был удивлен и, собственно, его провидением, потому что Достоевский оказался настолько моим автором. Люди вот поверхностного взгляда, они всегда говорят, Достоевский это такой мрачный, я не люблю, я не чувствую его Достоевского. Обычно его все-таки не чувствуют люди неверующие. Неверующие. Потому что они думают, что человек кузнец своего счастья, что мы все сами, с усами. А на самом деле-то ничего мы без Божьей помощи сделать не можем. И Достоевский не только оказался моим автором, близким мне. Я играл его, я играл Алешу Карамазова. Причем мне предложили на выбор две роли – Смердякова и Алешу Карамазова. А я выбрал… Я понимал, что Смердяков выигрышней. Алеша роль невыигрышная. Она, если говорить жаргоном театральным, такая голубая роль, невыигрышная, такая позитивная, но там мало каких-то возможностей или каких-то внешних выразительных средств. А Смердяков-то такой омерзительный характер, играй не хочу. Вот. Но я выбрал для себя Алешу Карамазова. Потому что считал, что вот в личностном плане для меня важнее прожить жизнь с Алешей Карамазовым. Потому что сыграть Алешу Карамазова невозможно. Вообще сыграть героев Достоевского невозможно, потому что это не просто вот образы, это образы идеи. Идею сыграть очень сложно. Но можно остановить внимание зрителей на том, что тебе близко в этом образе. И я хочу сказать, что эта работа, вот эта Алеша Карамазова, она для меня была университетом просто. И именно университетом в плане работы вот со своим личностным объемом, вот внутренним своим материалом. Да? Потому что Алеша, он там говорит-то мало. Все от него ждут слов решающих. А Достоевский полифоничный автор, если даже великий Толстой, он не полифоничный. У него там кто-то, вот и великий Островский, Александр Николаевич, драматург наш, тоже там кто-то ведет сцену, кто-то подыгрывает, да? А у Достоевского не так. У него, если это два человека в сцене, значит, это дуэт. Если три – это трио, четыре – это квартет, пять – квинтет и так далее.
И все на равных. И вы, в общем-то, затруднитесь сказать, на чьей стороне автор. Затруднитесь сказать. Автор как бы нам дает возможность самим сделать этот выбор. Он сталкивает этих людей, сталкивает их в их конфликте, в их идеях сталкивает. Но известно, что, конечно, такая какая-то тема его жизни Достоевского – это поиск Бога, и, в частности, вот он, Алеша Карамазов – это для него человек, который ищет Бога, потом отрекается от него. Так был первоначальный замысел. Он же не успел закончить весь замысел. Это «Братья Карамазовы» – это только первая книга того замысла, который он хотел осуществить. Потом отрекается, а потом опять приходит к Богу. Наверное, что-то подобное происходило с самим Достоевским, когда он пошел в какой-то известное его событие, социальный протест, революционные движения, в результате был приговорен к смерти, потом она была заменена на такую демонстративную смерть, и приговорен был к каторге, но он это все пережил. Он пережил смерть, подготовку к смерти, к казни, понимаете, и потом и пришел с каторги устойчивым консерватором. Я вот чем дольше живу, тем больше тоже понимаю ценность консерватизма. Потому что консерватизм – это, ну, консерватизм в хорошем смысле, это сохранность всего объема культуры мировой, если применительно к нашей сфере, которую мы имеем на данный исторический период. Авангард – это всегда бунт. Бунт. Бунт какой? Бунт очень часто бывает от недопонимания. Я сторонник такого объемного реализма. Я представляю этот объемный реализм таким большим пирогом, знаете. Там есть все, там все измы есть. И все авангарды, все-все-все есть. А какой-нибудь изм там, условно говоря, сюрреализм, этот кусочек торта, хотите, вот пожалуйста. Но это кусочек. Это так же, как вот есть религия и есть сектанты. Что такое сектанты? Это люди, которые берут какой-то тезис, делают его основополагающим. Это вот сектор, от слова сектор. И тем самым они уже теряют общее, весь объем этот, который осмыслить даже нельзя. Потому что осмыслить божественное проявление – его очень сложно осмыслить, а может и невозможно. А чувствовать можно. Чувствовать можно. Наиболее, так сказать, близко подошел Станиславский. Станиславский ведь провозглашал жизнь человеческого духа. Мне интересна жизнь человеческого духа. Вот в театре. В театре. Это, конечно, именно человеческого духа. Человек – существо дуальное. Он, с одной стороны, потенциальное животное. Мы же все имеем признаки животного существа, да? И родственники у нас есть среди животного мира. А с другой стороны, человек – потенциальный ангел. И вот он в этих полюсах от животного к ангелу. И вот я думаю, что за свою жизнь, насколько вот от животного к ангелу он продвинется вот в этой серединной ипостаси человека, настолько он и спасется. Человек-то он ведь очень ограничен возможностями своего физического восприятия, той частотностью, зрение его ограничено колебаниями частотными, понимаете? Слух – то же самое. И вот в связи с этим я давно уже понял, что определенный замысел, который я художественный, например, я хочу что-то... Вот я ставлю, например, спектакль или играю роль. Но я понимаю, что он уже есть, этот спектакль. Он уже в тонком мире есть. Здесь он еще в плотном мире не реализован. И моя задача его реализовать.
почувствовать это. Но я точно совершенно знаю, что он есть. Потому что есть все, что мы даже и представить себе не можем. Значит, я должен только выпустить, насколько я это тонко чувствую, без всякого мухляжа. Тут есть опасность, так сказать, то, что в религии называется впасть в прелесть, начать видеть какие-то, так сказать, это ведет к безумию. Потому что искусство – вещь небезопасная. Искусство. Это слово связано еще и с понятием искушения. А сказано в Писании, что человек не может избежать искушений. Мы не можем избежать дурных мыслей, даже преступных мыслей. И это нормально. Разница между больным человеком или преступником, что и здоровым человеком, и в нравственном смысле, что они не доминируют, эти мысли, у здорового человека. У нравственного человека, у него побеждает позитивное начало, и это, так сказать, просто вот. Но сказано, что человек не может избежать искушений, но горе тем, через кого оно приходит. Понимаете? Потому Иуда повесился. Потому что, очевидно, такое горе у него было, которое он пережить не мог. И повесился. Вот. Ну, это уже другая тема, более такая серьезная, чем театральная. Понимаете, вот мне сейчас 68 лет. 17 лет я жил нормальной жизнью человеческой, а с 17 лет я живу публичной жизнью. Вот смотрите, сколько это уже, Бог знает сколько. Я помню, что когда меня утвердили на «Я шагаю по Москве», и такая замечательная есть ассистентка, она и сейчас жива на Мосфильме, теперь по актерам, и называется кастинг-директор теперь, потом вторым режиссером она была. И она пришла меня к ректору Щукинского училища, в котором я тогда учился в 63-м году, народному артисту СССР Борису Евгеньевичу Захарову, значит, чтобы он меня отпустил, подписал заявление, что меня отпускают сниматься в эту картину. И потом вот мы вышли, солнечный был такой день, около МИДа на Арбате, Щукинского училища на Арбате, и она мне сказала, Ликаронна, она мне говорит: «Женя, за-за-за-за-за-по-по-по-по», мы ее звали Лика Заика, она заикалась, «за-за-за-за-по-по-помни этот день, ты уже никогда не будешь самим собой». То есть она имела в виду, что ты вступаешь в публичную жизнь. И остаться в публичной жизни самим собой довольно непросто. Вот я всю жизнь этим занимаюсь, пытаюсь остаться самим собой. Я же живу не только вот в быту, не только в любви, в семье. Я живу на сцене, я живу в литературе, я живу на экране. И какой я подлинный, и это тоже очень условное название, подлинный, неподлинный, но какой я до конца? Наверное, и такой, и сякой, и этакий, пятый. Мне иногда спокойнее на сцене, чем в жизни. Потому что я выхожу на сцену, я прихожу играть в спектакль, как прихожу в гости к каким-то хорошим знакомым. Я вхожу в эту знакомую мне декорацию, в эту атмосферу, и дальше вот идет это вот, идет уже это по нотам все это, идет, как это создано, как отрепетировано. И я живу. Мне иногда, я помню, когда я работал у Эфроса в Линкоме, я играл там спектакль «До свидания, мальчики», а до этого я сыграл главную роль в фильме «До свидания, мальчики» Михаила Наумовича Каликова, выдающегося режиссера. Сейчас он, не то сейчас, давно он уже в Израиле эмигрировал, и, к сожалению, там ничего не создал. Вот. Но я играл там главного героя этой повести, которая была очень популярна в 60-е годы, и Володю Белову. А в спектакле я играл второго героя, Витьку Аникина. Там. Но мне очень нравилась атмосфера этого спектакля. И я вот испытывал удовольствие, что я вот из всей суеты выхожу на эту сцену, оказываюсь в этой атмосфере. Эта атмосфера была для меня целительной. Вот как-то я успокаивался там в хорошем смысле. Поэтому я и возвращаюсь к тому, что
с чего я начал, для меня самое главное, что артист выносит на сцену, он или она. Что он мне хочет предложить. Не то, что он делает, ему режиссер построит или сам он себе построит какую-то цепь, действенную цепь. Вообще ведь режиссер, на мой взгляд, это не тот человек, который может организовать действие. Действия многие могут организовать. Какое-то интересное или спекулятивное, там, ну, неважно, но организовать. А это тот, кто проецирует свое видение мира, предлагает свою модель мира, понимаете? И в этом мире мне или хорошо, или не очень хорошо. А бывает целительно. Я считаю, что если художник целителен для кого-то, что если спектакль или фильм или картина человека делают лучше, здоровее, психически здоровее, то это ради этого и стоит заниматься этим делом. А если человек попадает в какую-то деструкцию, уходит подавленный, размазанный, это вот тот вид искушения, которое горе тем, через кого оно приходит, как в Евангелии сказано. Вот в так называемом авангардном направлении театральном очень много таких экспериментов, очень много. Потому что действительно эта профессия, она великая профессия, и если это, так сказать, держать ориентир на высшие достижения в этой профессии, как есть медицина высших достижений, есть медицина там профилактическая, предположим, да? Вот. Это великая профессия, но это же чудовищная профессия, если не сложится судьба. Чудовищная профессия. У Шпаликова есть такие стихи, у Геннадия Шпаликова, поэта и сценариста. Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников. Но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья. А прорастают они так, из ничего и ниоткуда. Нет объяснений у чуда, и я на это не мастак. Вот это вот чудо, чем больше я живу и чем больше в профессии, я очень много знаю о профессии. И когда я говорю с своими коллегами, друзьями, которые тоже немало знают о своей профессии, тем больше мы сходимся на том, что мы ничего не знаем. Но для того, чтобы убедиться в этом, надо пройти вот этот весь путь огромный. И путь такой, когда вот с молоду кажется, вот я уже все знаю. Артист ведь он же с одной стороны инструмент, с другой стороны исполнитель. И все в одном лице. Некое как бы раздвоение личности, да? На самом деле не раздвоение личности, потому что личность – понятие очень многомерное. Чем ближе человек к Богу, тем многомернее он, его натура. Почему в народе такое выражение? Ну, с Божьей помощью, да? Потому что ничего без Бога как бы не делается. Ничего не делается, если это перевести. Вот вы понимаете, атеизм – это такое, знаете, наивное, это очень наивное верование, наивное верование. Это что же вера? Одни говорят, Бог есть, а атеист говорит, Бога нету. И ни то, ни другое недоказуемо с точки зрения рационального. Очень важно в себе все время ощущать, что с одной стороны ты делаешь, занимаешься каким-то конкретным делом, вот ты, например, конструируешь какой-то образ, да, репетируешь какой-то, но с другой, вот это присутствие вечного начала, божественного начала, иными словами, для меня божественного, ну, кто-то может назвать это вечным началом там, оно, чем больше это присутствие, это не значит, что я должен это вечное начало в буквальном смысле проявлять, вот, в своей работе. Это будет авангардизм, это будет буквальность, иллюстрация, понимаете? А если просто это во мне живет? Вопросы есть у вас? Да, 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 да. А были ли у вас случаи, когда говорили, ну что ты, елки-палки, ну ты уже были так, и... Вот было такое? И как вы к этому относитесь? Спасибо. Значит, у меня таких случаев почти не было. Ну, вы знаете как, я сам к себе очень критически отношусь. Я никогда себе не нравился.
Я только с возрастом стал от этого отделываться. Я когда увидел себя на экране впервые, я увидел сумасшедшего человека. Я себе очень... А вся страна меня, так сказать, ну, умилялась. При этом я прекрасно знаю, чего я стою, так сказать. Вот какой-то... Это не значит, что я невменяемый человек. Нет, я все знаю. Знаю свои достоинства, знаю свои недостатки. Но такого, чтобы я вот так вот... Даже удивительнее. Наверное, я небольшой артист, потому что говорят, что даже большие артисты раз в жизни проваливаются. Я ни разу не проваливался. У меня просто есть, ну, так сказать, работы, которые мне, меня самого больше устраивают или меньше. Но проваливаться... Меня... Все-таки я не могу поверить, что ты всерьез решил составить Ольгу. По-моему, о лучшей жене просто трудно не мечтать. Брат, всем нам нравится... Чужие жены. К своим мы привыкаем, это понятно. Почему? Почему? Да почему? Умная, симпатичная, красивая женщина. Да. Ты ж когда-то был без ума от нее. Был. Ну, был. А теперь в уме. Вот так. Только. Ну, я не знаю. Ну, она у тебя общественница. А, еще скажи общественница. Скажи член мискома. Скандалов не устраивает. Скандалов не устраивает. Что верно, то верно. Ну, милый мой, годы-то мои уходят. Ну, что обо мне-то ты подумал? Ну, что годы? И ты все хочешь бросить ради какой-то девочки. А вот если бы ты ее увидел, так ты бы понял, что это такое, Ниночка. Ну, в общем, не хочешь помочь, так и скажи. Так и скажи, не хочу. Да подожди. Ну что подожди? Подожди. Что говори? Что ты, так сказать, всегда ставишь меня в какое-то трудное положение? Да я в первый раз в жизни попросил тебя, в первый раз. Ты бы отлично мог совместить вот эту работу свою и отдых, в конце концов. Ну ты хоть ее-то согласие спросил? Ну ты же мой брат. Ну что, что, брат? Нет, а? Ну так вот и все. А Хусанов это не бог весь где, так что как-то, ну, я буду приезжать, ну, как-то будет, ну. Ну, ладно, ну, что с тобой делать? Что? Я согласен. Ну, я... Да, ты настоящий брат. Да, точно. Да. Если можно, я буду иногда писать сюда, на твой адрес, для Ниночки. Да, а? Ради бога, господи. Да. Ведь, вероятно, понадобятся деньги. А да? Как же? Да, скажи, пожалуйста, что на рублей 50 хватит, а? На месяц? На 24 дня, о чем ты говоришь? Давай 100. Что? А что? Все-таки ответственное задание. Не могу же я барышню мороженым не угостить или в ресторанчик при случае. Ой, только алкоголем не злоупотребляй, пожалуйста. Ну, знаешь... Без бокала вина тоже не обойдешься. Ну, верно, конечно, но учти, что Ниночка пьет только сухие, такие легкие грузинские вина. Красные или белые? А, не знаю, лучше белый. И к коньяку ее не приучай, пожалуйста. Да на сотню ты не разгуляешься. А ты решил, что я даю тебе уже целую сотню, а да? А коньяк ты нынче почем? Ну ладно, ладно, я вижу. Вижу, с тобой ничего. Не поделаешь, на, получай 100. Все. Да, да, вот что. Вот тебе, пожалуй, еще десяточка. Давай. То что ты кричишь? Что ты кричишь? А давай. Что? Купи сейчас, сходи, да. Купи, ну, бутылочку шампанского. Угу. Ну, какую-нибудь закусочку там, ну, что увидишь. Ну, такое, понятно. Не сложно. Да. И мы с Ниночкой отметим мой сегодняшний отъезд. Хусанова, здесь у тебя, если можно, если... А где же Ниночка-то? Она там. Где? Ну, там. Там? Да, знаешь, на бульваре, в таком нашем обычном месте, сидит и на лебедей смотрит. Чем талантливее человек, тем он больше винит себя. Люди, ну, о бездарных я не говорю, это несчастные люди, честно говоря. А люди, вот самые опасные люди, это люди среднего дарования. Потому что у них, с одной стороны, есть дарование, с другой стороны, у них нет такого дарования, как у людей талантливых. И они им завидуют, потому что они всегда говорят, ну, конечно, потому что то-то, то-то, то-то им помогает, да?
Они никогда не винят себя. Ну, не винят себя. А раз не винят себя, значит, не совершенствуются. Но одного этого начала мало. Надо еще иметь начало, как Пушкин говорил, «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Надо иметь возможность и моменты, когда сам собой восхищаешься. И этот момент обычно на сцене происходит в момент, то есть момент в момент тавтологии. И это происходит обычно в момент творческого акта. Иногда я это называю, когда сам себя удивляешь. Вот ты играешь в спектакль, много раз сыгранный, в определенном смысле уже на автомате идешь. И вдруг, вот Господь так устроил, что как-то все под другим каким-то углом, все вдруг выстраивается, и ты даже думаешь, Господи, ай да я, как это... И люди тонкие, тоже талантливые. Вот я, например, работал много лет, Леонид Васильевич Марков, народный артист СССР, в Театре Моссовета был, Царство Небесное уже нет, его давно. Он был у меня постарше, лет на 18, но мы с ним последние годы его жизни дружили. Причем я больше тяготею к какому-то тонкому рисунку или даже пастельному иной раз, а он такому масляному, маслу. Но мы друг другом восхищались. И мне был ценен его комплимент. Потому что он понимал, как у Пушкина сказано, суди художника по законам им самим созданным. Когда это оценивает человек, который понимает мои законы внутренние, не рациональные законы, а те законы, по которым я творю, это для меня ценно, это для меня полезно. Потому что он говорит мне хорошо или там немножко критикует в развитии, это мне помогает мне совершенствоваться. Хотя очень многие талантливые люди обладают такой гипертрофированной ранимостью. Например, Юрий Богатырев, вот Юра Богатырев покойный, тоже Царство Небесное, мы с ним жили через улицу, через проспект Мира, он с одной стороны, я с другой. И каждый день разговаривали по телефону. Они виделись мы годами, потому что мы не встречались. Но я все про него знал, и он про меня все знал. Он всегда торопился сделать комплимент. Если он посмотрел какую-нибудь мою работу где-то, он всегда звонил и говорил добрые слова. И так он это всем делал. Он такой был очень, в этом смысле, сердечно так откликался. Да? Но и тоже ему надо было только так говорить. А если ему сказать, что Юр, вот видел твою работу, хорошо, он может просто в депрессию уйти. Потому что я достаточно восторга-то не выразил. Любое художественное творчество – это игра с элементами. Если у живописца это цвет, оттенок, это какой-то... свое видение, вот свой ракурс познания мира, то у артиста это ритмы, в буквальном смысле, это колебания голоса, да, это его психофизика, включая вот этот психологический объем, с которого я начал, что он выносит изначально, потому что вся информация о нашей жизни заложена в нашей детской фотографии. Возьмите свою раннюю детскую фотографию и посмотрите на себя, на ребенка. Там лежит, там все о вашей жизни. Все там есть. Только мы взять не можем, рассмотреть не можем. Потому что вот в этом, это деревянные, да, предположим, да, здесь есть все вселенские закономерности в этой деревяшке. Потому что мир един, взаимосвязан и един. Но взять эту, понять эту закономерность из этой деревяшки мы не можем. Метода у нас нет. Есть два пути познания. Есть религиозный путь познания. Ну, вернее, религиозный, ближе к нему художественный путь. И есть научный. Научный – это, как правило, когда мы расщепляем и... будьте здоровы. И разламываем на элементы и рассматриваем каждый элемент в отдельности.
Вот мы, как ребенок, играет в игрушку, он для того, чтобы понять, как она устроена, он ее должен сломать. А потом он порой не знает, как ее собрать. Вот научный метод – это такой аналитический метод, когда всякое явление разбирается на элементы. Художественный метод познания – это когда я целиком познаю явление. Мне не надо его разламывать или разъединять на элементы. Вот как я бах, и все. Я целиком. Я знаю музыку, я слышу, я ее люблю, да, музыку Баха. Все, я бах. Я себе сказал. И начало это работать. Очевидно, в какой-то бессознательной форме это приблизилось там, это пространство Баха. Или я там к нему приблизился где-то там, пускай на горизонте, ну, маленький такой, ну, карабкаюсь. Понимаете? Вот, так что научные, они различаются, художественный метод познания. А религиозный метод познания – это метод познания, еще связанный с молитвой, прежде всего. Мы живем в этом трехмерном пространстве, но пространство на самом деле многомерно, и многое для нас закрыто. И через вот художественное прозрение – почему я все время говорю о вечности? Чем больше вот эта многомерность в нас будет жить, тем больше мы откроем через художественные образы, и тем больше это будет это художественное явление. Вот выдающийся великий артист МХАТа Борис Николаевич Ливанов. Он и художник был, и живописец, и артист, и режиссер. И он говорил, например, вот мне его сын, с которым я дружу, Василий Борисович, говорит, вот отец там говорил, что вот хороший артист, но без бздри. А что такое бздри? Бздря. Папа, что такое бздри? Он говорит, ну, не могу сказать, но вот без бздри. То есть без нечто необъяснимого. Большой художник, в нем, вот я говорил, живет тайна. Что-то не... И тайна это для него самого тоже тайна. Просто он знает, что он с этой тайной дружит. Вот я крестился, мы с женой крестились, с моей покойной первой женой крестились в 33 года. Так случилось. Но я понял потом, что я всегда был верующим человеком. Даже когда я сознательно считал себя неверующим. Потому что человек рождается таким. Он рождается... Это, если в тебе это есть, то это может проявиться. И если ты к этому еще отнесся сознательно, ты сам этому можешь помочь. А если нету, есть же и противники Бога рождаются. И это тоже есть. И они тоже живут в своей вере в это, вот в это, в обратное, понимаете? И проходят свои испытания. Давайте еще вопросы есть? Давайте. На кого направлено ваше творчество? То есть это на познание себя, или вы что-то доказываете, пытаетесь доказать миру, или что-то передать миру? Угу. И какие роли вы считаете себя обязанным сыграть? Угу. Понятно. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что я просто живу. Живу на сцене, живу на экране, живу в литературе, так громко сказано, там у меня книжка 4 издания пережила. Я просто живу. И отражаю вот этот мир, и живу в нем, и я рационально не конструирую, на кого направлены, вот, ну, так сказать. Я чувствую своего зрителя или своего читателя, ну, по глазам я чувствую, по глазам. Я вижу глаза, и я знаю, что это вот мой зритель. Вот так вот, я не простраиваю это рационально. Оно направлено на тех, кому... с кем я могу поделиться своим миром, и им от этого, может быть, полегчает. А мне, может, полегчает от их глаз, что я тоже не одинок в этом мире, понимаете? Хотя я не очень страдаю одиночеством с тех пор, как пришел к Богу, а до этого всего тоже боялся, и одиночество очень боялся, и в детстве не мог слышать похоронные вот эти музыку, значит, процессии похоронные. Потом все это ушло. Когда я в Щукинское училище поступил, я столько выдающихся художников похоронил. Всегда студентов заставляют, ну, просят гробы выносить в театре Вахтангова.
Кстати говоря, вот был такой выдающийся артист Вакханского театра Михаил Федорович Останков. Он, ну, он был большой артист, но вот он, то, чем мы сейчас, я с вами вот, мы здесь занимаемся, он это не умел. Он не умел говорить о своей работе. Ну, не умел. А, значит, ректор нашего института все-таки вот его позвал, чтобы он встретился со студентами. И я помню, что, значит, вот мы собрались и, значит, в институте, там задаем ему вопрос Михаилу Федоровичу Останкову, значит, как вот вы, какой-то первый вопрос. Он отвечает, это бестактный вопрос. Другой вопрос задаем, он опять говорит, это бестактный вопрос. Вот вопросов 20 задали, на все он отвечал. Это бестактный вопрос. Потом, значит, мы его спросили, вот как вы, там у него такая была роль знаменитая еще в Театре революции, который сейчас Театр Маяковского называют, Мишка Аристократ. Как вы вот нашли зерно, мы же все зерно ищем. Вот, зерно этой роли, он говорит, это помню. Я был в гостях, выпил рюмку коньяку, и вдруг мне все стало ясно. Ну вот, потом его спросили, а кого вы любили? Или кого вы любите, я уж не помню точно. Он сказал, нет, он не сказал, что это бестактный вопрос. Он сказал, что об этом можно сказать только перед смертью. Я не мечтал никогда играть никакие роли. Поэтому они у меня всегда есть. Я никогда не мечтал сыграть какую-то конкретную роль. Вот понимаете, если невеста, вот если женщина очень хочет замуж, прям очень-очень хочет замуж, как правило, это не получается. А если она хочет замуж, как все женщины, ну, спокойно, спокойно. И все, и она спокойно, она расслаблена в хорошем смысле, она раскована, в ней работает божественное начало, в ней работает та красота, которая ей природой была дана, и она притянет своего суженого рано или поздно, и все. Понимаете, вот я и так же, мне всегда было интересно не роль, а тема. Вот тема мне была интересна. И тема для меня вот эта вот, она вообще глобальная тема, художник и Бог. Вот я сказал, вот я коснулся этого вот в роли Баха. Это мне интересно. А все остальное я иногда какие-то чисто шутовские вещи делаю, особенно в кино. И особенно на фоне теперешнего кинематографа, который, ну, не лучшую полосу своей истории переживает. И иногда я беру какую-то работу просто так, ради шутки, ну не ради шутки, когда можно еще и деньги заработать за эту шутку, но я всегда стараюсь в этой шутке все равно затронуть какую-то тему достаточно серьезную. Театр ведь чем отличается от кино, в основ... актерская жизнь, актерская работа в театре, чем отличается в принципе от кино? Тем, что мы проживаем все в единое время, в едином месте. Кино имеет свое преимущество, имя которого монтаж, потому что я могу все свои силы направить в одну сторону, в одном направлении, да, создание моего образа. Если вот образ как граненый стакан, но это не граненый, а вот если как граненый, у него разные грани, я могу как бы в одну грань направить все силы, потом в другую, а при монтаже они склеятся, возникнет образ, нечто среднее. Как поэзия, поэтический образ, он всегда не в словах, а между словами. Так и здесь, в монтаже. Что в едином времени, в единое пространство невозможно, потому что нельзя максимум сил направить одновременно в одну и в другую сторону. В театре одна из самых главных наук – это умение распределять свои силы. И этим отличается ведущий артист от неведущего. Ведущий артист – это стайер, который бегун на длинной дистанции, умеет себя распределять. А неведущий артист, он может замечательным быть лицедеем, но видно, что это бегун на короткие дистанции.
и использовать его над локально. Да, еще, пожалуйста. Мы сейчас работаем над пьесой «Уфо» Ивана Воропаева. И много было таких у вас фраз, связанных с нашей пьесой. И мне просто интересно ваше мнение к НЛО к «Уфо». У меня сын инок, единственный сын мой, инок Соловецкого монастыря. Он был артистом, кинорежиссером, драматургом. Сейчас ему 41 год. И вот он ушел, 37 лет он ушел. Был женат, венчан, потом развелся. Года 3 прожил с женой, потом развелся. И так как он был венчан и разведен, то этим самым он себя отрезал путь в белое духовенство. В православии есть белое духовенство и черное духовенство. Белое духовенство – это когда после окончания семинарии приезжают девушки в семинарию, съезжаются, которые хотят быть матушками, и они, значит, знакомятся с семинаристами, выпускниками, и потом женятся, венчаются, и им дают там, прикрепляют к какому-то приходу, и они становятся вот таким священниками. Это белое духовенство, он имеет священник, белое духовенство, они имеют право жениться, у них дети, там все. Но они не поднимаются выше должности протоиерея, настоятеля храма. А все остальное священство – это черное духовенство. Начинает послушник и кончает патриархом. И все высшее духовенство, так называемое, черное. Что значит черное? Это от одеяния черного. Ну, это монашеское направление. Он говорит: папа, это все от лукавого. Когда вот он пьесу писал на эту тему, он говорит: это от лукавого. Он так говорит. Я не знаю. Я не знаю. Нам это не понять. Мы должны просто понимать, вот к чему я призываю, чему я... Вот, научить ничему нельзя, но вы можете научиться, что я вот так живу. Мне тут... Я вот раз в год с Соловецким монастырем играем мы такой... По их просьбе я участвую в этом. Там такой историко-религиозный... Ну, сказать школьным языком, как литературно-музыкальная композиция. Это такое действие на 3 часа с антрактом 20-минутным. Там на сцене симфонический оркестр Архангельской филармонии, солисты Мариинки, народный артист, там один и две басы, и две замечательные певицы, сопрано, детский хор. А мы читаем, видеоряд идет, а мы читаем тексты. Значит, наместник, который возглавляет монастырь, архимандрит Порфирий Благочинный, это второй человек в монастыре, который братья занимаются, говоря школьным языком, как зауч, да, вот он занимается, архимандрит Януарий, и я. Мы читаем тексты. И вот я сейчас, мы это играли в Сочи, мы раз в год это делаем, это дни Соловков в каком-то регионе, в Питере делали, в Архангельске делали, в Петрозаводске, и вот сейчас в Сочи. И журналистка телевизионная у меня интервью брала перед началом и говорит: вы готовитесь как-то по-особенному вот к этой работе сегодняшней, да? Я ей сказал: я не готовлюсь, я так живу. Ну, просто я так живу, я так думаю, я так живу. Я верую, насколько мне Бог дал. Понимаете, это тоже путь бесконечный. Я к одному священнику подошел, вот когда меня очень волновала проблема, насколько человек запрограммирован, а насколько он свободен. И я ему сказал, что, я говорю, мне кажется, что если брать, что мы живем в трехмерном пространстве, да, трехмерном, то мы совершенно свободны в принятии своих решений. Господь-то от нас чего ждет? Он от добровольного выбора. Он же мог силой нас заставить, а ему уже это не нужно. Сила – это путь дьявола. А у него путь любви, путь добра, чтобы мы сами к чему-то потянулись, пришли. Но Господь-то знает наш выбор уже. Вот мы только сделали выбор, и только будем жить потом в последствиях этого выбора. Предположим, замуж вышли, там родится ребенок. А Господь уже знает выбор наш. Почему? Потому что будущее, настоящее и прошлое в одной точке может быть.
Это для нас здесь, в трехмерном пространстве, оно находится вот в прошлое, вот это было тогда. Для меня, например, прошлое, то, что я, вот когда я пишу, я больше пишу, для меня прошлое, оно более осязаемое, чем настоящее. Я иногда в настоящем думаю, а я ли это? И что со мной происходит? А вот прошлое, я всегда очень такой, у меня склад сознания ностальгический. Ну, наверное, все, да, уже? Спасибо. Спасибо.